Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Сегодня на видео вы увидите только трио. Их подкопилось у меня внушительное такое количество. И за сегодня я постараюсь вам это все показать. Будет и осень, и даже не знаю, как назвать. Ну, в общем, увидите. Сейчас перед вами такая необычная чашка. Люблю я очень тоже эту фирму, мануфактуру. Посмотрите, какая она изящная, с какой юбочкой такая. Прям как будто, знаете, как балеринка. Такой интересный цветок. Я даже не знаю, что это за цветок. И это Зельтман Вайден. Нравится мне дизайн, дизайн чашек у этой мануфактуры. Просто какой-то, вот, знаете, бомбический. У нее цвет такой прям белоснежный. Очень белоснежный. Состояние очень хорошее. Посмотрите, какие вставочки золотые, какой рельеф проходит. И тарелочка такая же. Очень легкая. Сейчас покажу вам на просвет эту чашку. Специально включила фонарик, вы могли видеть. Вот она такая необычная, этот невероятно тоненькая, красивая, такая необычная. Посмотрите, как у нее сделана ручка. Кстати, очень удобно держать ее. И вторая чашка тоже этой мануфактуры. Тоже у нее похож дизайн. Посмотрите, только это в золоте чашка. Посмотрите тоже, какая у нее юбочка. Здесь, правда, мелкие цветочки. Тоже очень тонкая. Вся светится аж. У этой, правда, немножко цвет такой, как беж, даже не слоновая кость, а именно как будто сильно разбавленный с молоком чай. Такая ручка у нее. Да, есть легкие потертости золота. Ну, это же винтажные вещи. И посмотрите, какая у нее великолепная тарелочка. Вся усыпана цветами. Какой проходит у нее рельеф. Выделен он золотом. Никаких нет сколов абсолютно. Только вот... Здесь еще раз скажу, что легкая потертость. А так чашечка абсолютно вся в хорошем состоянии. Это Зельтман Вайден. О, еще нашла трио такой же мануфактуры. Только летний такой дизайн у нее, маки, колоски пшеницы, есть легкие потертости. Да, здесь не этот. Но она даже с этими потертостями такая роскошная, что нет даже слов у нее. У меня очень красивая. Посмотрите, как выполнена ручка.
бумаги, очень прям вот так выполнено блюдце. Посмотрите, какой рельеф внутри проходит. И основная тарелочка. Очень красивая такая. Ну и перехожу к осени, к осенним мотивам. Не могу устоять, когда вижу чашки с таким узором, потому что, ну, действительно, наверное, осень все-таки влияет. Любое время года влияет на тебя, и хочется что-то приобрести такое. Великолепная, я думаю, что это, наверное, роза. Посмотрите, как у нее выполнена ножка, какой рельеф. Вот это тоже все рельеф по всей чашке. Такая вот у нее ручка. Матовое золото, ободок, тоненький ободочек на ножке. Смотрите, какая. Ой, я с маками чашку забыла просветить, чтобы вы увидели, какая она тонкая. Они все тоненькие чашечки, абсолютно все. Даже если я про какую-то забуду, то, поверьте, они все прозрачные. Это у нас Эльфендорф. И вот такая вот тарелочка. Состояние очень хорошее. Везде проходит рельеф, и здесь рельеф. Ну и сама чашка. Так, следующее у нас тоже в таких же цветах, тоже вся чашка рельефная. У нее, кстати, очень похож дизайн, но это другая мануфактура, это Бавария, а дизайн очень сильно похож. Тоже такая ножка, юбочка и такой роскошный цветок. Такая она на просвет. Это все рельефное. И такая вот тарелочка. Очень красивая. Все очень такое легкое, тоненькое, прозрачное. Невероятная красота. Знаете, как у нее выполнена ручка, какая вся ажурная. Оранжевая роза такая, знаете, распустившаяся, красивая, чайная. У нас дома такие оранжевые были. Самарканде. Посмотрите, какой рельеф у нее. Вообще очень прям. И снизу такая волна, две волны.
потрясающе. Состояние очень хорошее, даже можно сказать идеальное. Ну, это Шуман. И вот такая тарелка. Розы как будто 3D. Как будто лежат прямо на самой тарелочке. Цвет светлее, чем слоновая кость. И также посвечу на нее, чтобы видно было. А это уже, я думаю, это хризантемы. Тоже Шуман. Такая вся рельефная, матовое золото, состояние хорошее, все золото присутствует. Смотрите, даже нет никаких царапинок, какой проходит рельеф. И десертная тарелочка. Такой широкой полосой матовое золото. Еще раз чашку покажу. И вся такая рельефная. Снова розочка, только она немножко другая, конечно. Она отличается от первой. Я даже сейчас вот на нее смотрю, у них немножко разница есть в этих чашках и в дизайне ножки. Это тоже Шуман. Это как-то цвет у нее ярче, что ли, более такой оранжевый. Многие не любят на посуде оранжевый цвет. И такая же розочка, тоже 3D, тоже состояние великолепное. Вот такая она прозрачная. Нашли еще одно трио мануфактуры Сарао. Вот сколько уже действительно заходишь, они встречаются очень-очень редко. Не устояла, купила ее, потому она вся в золоте, оформление золотом, и у нее, посмотрите, дизайн похож на блюдо, которое я вам до этого демонстрировала. Посмотрите, какая тоже красивая золотая роза, донышко такое в золоте, как выполнена сама чашка, тонкая-тонкая. Просто не... вот, ну, вы сами видите. Даже подальше, если поставлю фонарик, она вся светится.
маленькое блюдечко и десертная тарелка с золотой розой. Вот это все рельеф. Эту вещь купили у одной немецкой скрипачки. А еще должно прийти несколько предметов этой мануфактуры. Она, оказывается, я вот не помню ее имя, молодая девушка. Она даже выступала с Анной Нетребко на концерте. Ей аккомпанировала, вот на скрипке играла. Она нас приглашала с сыном посмотреть, зайти к ней на YouTube-канал. У нее есть свой канал, посмотрели мы, как она играет. Ну, вообще замечательно. Вот такую красоту мы у нее приобрели. Ну и в заключение, вот такая вот восточная красавица, вся в золоте. Она мне напомнила двоечку, которую я до этого вам показывала, зеленая в золоте, на которую все тогда внимание обратили. Она вся была в кружевах, а это более такая, знаете, сдержанная, но вот это вот ее золото, то, что на ней присутствует, камера не передает вот этой красоты. Вы посмотрите, какая она прозрачная вся. Все золото присутствует, вот просто она аж горит вся. Это Бавария. Ей даже никаких здесь не нужны ни цветы, ни вот абсолютно вот настолько вот выигрышный вариант. Узора вот этого золотого просто великолепная. Невероятная. Посмотрите, какое состояние у нее. Да все в чашке практически, вот если бы легких потертостей не было, они все в идеальном состоянии. Просто в идеальном. А еще вот, когда показывала вам чашку с маками, забыла ее просветить. Вот сейчас ее просвечиваю, чтобы вы тоже обратили внимание, какая она тоже тоненькая. Все же светило все, так и ее просветило. Ну вот. Такая вот она, принцесса Будур, по-другому не назовешь ее. Очень красивая, если я вот так ее сейчас вам покажу. Посмотрите. Очень такая вся великолепная. Все фотографии я выставлю, еще раз повторюсь, в Телеграм, в Инстаграм. Пишите все вопросы мне только в личку. Я вам отвечу обязательно. Ну все, дорогие мои, на этом заканчиваю. Надеюсь, вам понравилось посмотреть на эту красоту великолепную. Еще раз надеюсь, что я вам угодила. Мне очень приятно, что вы пишете мне комментарии, и очень хорошие комментарии. Заходите ко мне в гости, подписывайтесь. Очень-очень вам благодарна за это. Ну все, дорогие мои, до новых встреч, до свидания, пока-пока.